Хайло, вы с кем? С вами снова Данил. И сегодня, как вы поняли по названию, у меня будет реакция на новый ужастик «Пила 8». Поехали! Сразу внизу написано 18+. Игра простая. Все хорошие игры простые. Ждете пощады. Что труп висит? Играйте по правилам. Есть следы на теле жертвы? Фрагмент пазла. Но пила давно мертв. Это точно не он. Это нашли на теле. Я пересмотрел все части пилы, мне они очень понравились. Я думал, что всего 7 частей. Оказывается, я посмотрел. Новые ловушки. В этой части, видимо, будет расследование как раз пилы. Это имитатор. Жить или умереть? Да, его голос мы знаем точно. Выбор за вами. Ты знаешь, что будет, если пойти против правил? Под ногтями жертвы кровь Джона Креймера. Пилы. Это невозможно. Было прям близко. Это игра. И в ней можно выиграть. Да, правильно. В каждой игре можно победить. О, кто едет? А вот и не страшно. Все, 26 октября я в кино. Ну, как я понял по трейлеру, Пиле 8 будет как раз расследование пилы. И мне кажется, он будет не хуже всех остальных 7 частей. Но если вам понравился мой видосик, не забудьте ему поставить пальчик вверх и подписаться на канал, если вы еще, конечно, не подписаны. А также добавляться ко мне в друзья ВКонтакте, подписываться на мой инстаграм и добавляться в мою группу ВКонтакте. А с вами был Панков Данил. Пока-пока, увидимся в следующем видео.